28.09.2011, здание Елизаветовского сельского совета. Добрый день. Я глава Елизаветовского сельского совета, Голосной Максим Игоревич. Вот мое удостоверение главы сельского совета. Пожалуйста, ознакомьтесь. Вы мне препятствуете пройти на второй этаж в мой кабинет, да? Да. На каком основании? На основании дана нам инструкция. Какая инструкция? Кем дана? Будьте добры, документы покажите свои. Согласно закону о милиции, если у вас написано шеврон милиция, вы должны прежде всего представиться и показать мне свое удостоверение. Покажите мне свое удостоверение. Подождите, это не удостоверение, это довидка. Это временное удостоверение милиционера. Так, паспорт, а как вас? Скорик Станислав Юрьевич. И довидка про младший сержант. А ваш товарищ? Мой товарищ сейчас подойдет, тоже предоставит. А у вас еще распоряжение, ну еще расскажите. Распоряжение секретаря. И то есть, если я сейчас буду идти, вы будете ко мне применять силу, что ли? По самому вас не подпустим. Каким образом? Будем препятствовать. Будете мне препятствовать. Вы отдайте себе отчет, что вы препятствуете должностному лицу попасть на свое рабочее место. У нас распоряжение, мы не имеем права. Распоряжение секретаря сельсовета у вас? Подождите, мне пришел приказ. Вот я кого? Простой, кем он подписан? Я простой подчиненный. А можете мне... Вас не пускать. Так, а покажите, кем приказ подписан? Что за приказ? Я не могу. Я его не покажу. Ничего. Так, а вы представитесь? Покажите удостоверение, что у вас есть. Так, у вас есть удостоверение, да, сотрудника милиции. Так, Горогуль Антон Владимирович. Хорошо, а приказ вы мне можете показать на основании? Сейчас. Давайте, сейчас ожидаем вынесу. Вас. То есть вот мое удостоверение. Видите? Да, соответствует? Да. Так, показываю на видеокамеру. Сережка. Так, Голосной Максим Игоревич. Добрый день. Добрый день. А вы кто? Я начальник службы охраны Брежнев. Хочу вас смотреть, я не могу. Пожалуйста, давайте, покажите свое удостоверение. Вот я, глава Елизаветовского сельского совета. Это ваше самоуправство? Вы меня не пускаете на мое рабочее место? А вот, согласно чего? Покажите. Так, а покажите, где печать, где подпись? Что а это печать, такое? И подписи вы, нет, вы, на минуточку. Вы мне показываете ксерокопию документа? Я не копию показываю. Уважаемый, вы показываете мне ксерокопию, решение. Не заверено никем. Покажите мне решение. Решение, идите вперед. Покажите, я заснял эту бумагу, тут райраду. Ничего нет. Какую райраду? Райраду покажите. Ну. И там решайте. Значит, я сейчас вызываю 102, и сюда вызывайте. Едет милиция. Хорошо. Так вызывайте. Руками меня нельзя трогать. Ну, вызывайте. Ну, хорошо. Вызывайте, покиньте. То вы отдаете себе отчет, что вы меня не пропускаете в держустанову? Вызывайте. Вот мое удостоверение головы сельсовета. Я вижу. Ну. Вот согласно решению вы не можете. Так это не решение, это ксерокопия, ну, без печати, без подписи. Есть, поедете. Откуда вы знаете? Я был сегодня там. Мне где? Показывали. Где вы были? В Петряковской районной раде. И что? Ну, все, а при чем Петряковская районная рада? Решайте после, как будете решать. Хорошо. Не, я не покину помещение. Будем стоять. Это вы кого пропускаете? Это. Есть у него документы какие-то? Это с вами товарищ? Кто это такой? Ваша это фамилия, имя, отчество? Это посетитель. Добрый день. Беспокоит глава Елизаветовского сельского совета. Значит, два сотрудника милиции с шевронами, с нашивками, с наколками на руках за ВДВ и с гражданином, который представляется начальником, как сказать, какой-то госслужбы. Как вы скажите? Госслужба охраны. Препятствует мне подняться на второй этаж здания Елизаветовского сельского совета в рабочий день. Голосной Максим Игоревич. Я прошу выехать туда зафиксировать данный факт. То есть видеосъемка производится. То есть как бы я сейчас еду к прокурору как бы. Все, я зафиксировал. Два гражданина у меня есть. То есть документы граждане показали. То есть вы не показали мне свой документ. Я покажу. Покажите, пожалуйста, документ свой. Сейчас. Только без видеокамеры. Почему? Я хочу а с видео. Вы не хотите показать? Я покажу. Ну покажите. Я его снимать не буду. Мне просто надо прочитать, что вы мне показываете документ. С этого начинается. Так, гражданина зовут Данильченко Андрей Миколаевич, майор милиции. Вот это. Номер удостоверения я не вижу там кожаный. Значит, он у меня есть, то есть как бы на записи. Я прошу вызвать группу, то есть как бы если.
как приедете, наберете мне. Телефоны у меня рабочие. То есть, как бы, вчера была пресс-конференция, то есть, как бы, мне мешает вообще подняться на второй этаж. Значит, показывают мне бумагу без печати, я на видео зафиксировал, значит, без герба, без подписи, значит, просто ксерокопия. Говорит о том, что это решение, что какое-то решение он видел в райраде. То есть, я так понимаю, он руководитель данного, как бы, мероприятия. Еще раз, как ваша фамилия, имя, отчество? Данильченко Андрей Николаевич. Данильченко Андрей Николаевич, я так понимаю, он главный. Да, 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 майор милиции написано. Да, и два парня в черной форме, милиция, шевроны. Милиция написано. А, ну это я вижу нашивки милиция, на шевроне написано Державная служба охраны. ДСО, да. Да. Да, я просто сейчас продублирую на СБУ, то есть на областное, что ДСО мешает, то есть как бы работать, и все. То есть вы, пожалуйста, выезжайте, все. Как подъедете сюда, наберете. Ну все, после кражи, я же говорю, я вам сообщил, то есть это 102, то есть пишется, так что давайте.